В Национальной художественной галерее состоялось открытие выставочного проекта «Большая Волга-13. Культурный год народов Поволжья». Выставка объединяет художников 14 областей и республик Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ. Цель – показать единство народов России во всем их этнокультурном многообразии, содействовать сохранению и приумножению духовного наследия нашей великой страны. Экспозиции выставки развернуты на 5 площадках города. Дом дружбы народов Республики Марий-Эл. Республиканский музей изобразительных искусств. Национальная художественная галерея. Национальный музей Республики Марий-Эл имени Евсеева. Национальная библиотека имени Чавайна Республики Марий-Эл. Представлены свыше 800 произведений живописи и графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Посетить экспозиции можно будет до 20 августа.